Приближается один из самых почитаемых и древних церковных праздников – Пасха. На якутской птицефабрике к ней уже начали подготовку. Там осветили важнейший атрибут праздника – яйца. Православную Пасху в этом году будут праздновать 8 апреля. На таинстве освящения побывала Сарглана Федорова. Об освящении пасхального яйца позаботились на фабрике. Теперь, чтобы освятить яйцо, в церковь идти не обязательно. Слава тебе, Боже, слава тебе, Царю Небесный. Все сотрудники сортировочного цеха отлучились от работы, чтобы получить благословение на добрые дела. Настоятели Спасского мужского монастыря Якутска совершили молебен. Прочли молитву, затем окропили символ Пасхи – яйца святой водой. Благослови достояние Твое. Освященные яйца появятся на прилавках магазинов уже сегодня. После покупки остается только покрасить яйца в разные цвета. Как утверждают специалисты, среди всех цветов центральное место отводится красному. Это очень древний христианский символ пасхального стола, который символизирует возрождение жизни или напоминает о воскресении. Воскресение Христовым, призвание нам к воскресению, чтобы наша жизнь способствовала к этому добрыми делами, поступками. Дарить друг другу пасхальные яйца, украшать им праздничный стол – добрая христианская традиция. Перед Пасхой спрос на яйца возрастает. Якутская птицефабрика производит 150 тысяч яиц в день. Продукцию отправляют по всей республике. В своей технологической карте закладываем, что более большое производство яйца приходилось на вот этот праздник, именно на этот светлый праздник. У нас сейчас на данный момент на производстве стоит 3 цеха. Один цех мы вывели из производства. Как вы знаете, порода у нас английская, хайлайн. Данное оборудование было поставлено у нас в 2015 году. Уже нам будет в марте месяца 3 года. Голландской фирмы «Принзен». Очень себя хорошо зарекомендовала производительностью 60 тысяч в час. Последний раз подобную церемонию на птицефабрике проводили в 2013 году. Работники цеха надеются, что отныне благословение перед Пасхой станет благочестивой традицией. Сарглана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.